Всем привет, с вами Владимир Семенов, и в этом видео мы поговорим о натуральной минорной гамме. Давайте для примера возьмем гамму ля минор и посмотрим на клавиши пианино. Между нотами ля и си – тон, между си и до – полтона, между до и ре – тон, между ре и ми – тон, между ми и фа – полтона, между фа и соль – тон, и между соль и ля – тон. Таким образом, мы имеем следующую структуру. Натуральная минорная гамма будет строиться по формуле тон-полутон, тон-тон-полутон, тон-тон. Или тон-полутон, два тона-полутон, два тона. Строение натуральной минорной гаммы принято рассматривать относительно натуральной мажорной гаммы от этой же тоники. Поэтому если мы построим от ноты ля мажорную гамму по формуле два тона-полутон, три тона-полутон, то получим три ноты с диезами. Это ноты до диез, фа диез и соль диез. То есть разница между натуральной минорной и мажорной гаммой будет заключаться лишь в третьей, шестой и седьмой ступенях. В миноре это будут малые терции, секста и септима, а в мажоре большие. Поэтому при обозначении ступеней натуральной минорной гаммы мы подразумеваем пониженные ступени относительно натуральной мажорной гаммы. И перед третьей, шестой и седьмой ступенью ставим знак бемоль. Теперь давайте построим ля минорную гамму отдельно на каждой струне. На первой струне нота ля будет на пятом ладу. По интервалам будет такая же формула, как мы разбирали на примере с клавишами. Тон, полтона, тон-тон, полтона, тон-тон. Обратно. Два тона, полутон, два тона, полутон, тон. По нотам. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Обратно. Ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля. Соль, фа, ми. Если мы дальше пойдем еще вниз по этой же гамме. На второй струне нота ля на десятом ладу. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля. Пойдем вниз, получим следующее. Ля, соль, фа, ми, ре, до, си. На третьей струне нота ля на втором ладу. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля. На четвертой струне нота ля на седьмом ладу будет находиться. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля. Пойдем вниз, получим следующее. Ля, соль, фа, ми, ре. На пятой струне нота ля это пятая открытая и пятая на двенадцатом. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля. На шестой струне нота ля будет на пятом ладу, так же, как и на первой струне. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля. Соль, фа, ми. Теперь давайте построим ля минорную гамму в пределах одной октавы в каждой из пяти аккордовых форм, двигаясь слева направо в каждой позиции. Начнем с формы ля, с открытой позиции, где тоник у нас будет на пятой открытой струне и на третьей струне втором ладу. Я буду называть только номера ступеней. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Дальше. Октава с третьей струны у нас пойдет на первую. Это форма соль. Здесь внимательно следим за сдвигом при переходе с третьей на вторую струну. Кварта у нас будет выглядеть, например, если с четвертой на третью вот так выглядит четвертая ступень, то здесь у нас будет с третьей на вторую. Она смещена будет вправо на один лад. Так же, как и квинта и секста. Ну и септима и октава, соответственно. Поехали. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Здесь форма ми. С шестой на четвертую мы идем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. С четвертой на вторую идет октава. Это форма ре. Здесь у нас опять же сдвиг при переходе с третьей на вторую. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Форма до со второй струны. Здесь, в принципе, небольшой фрагментик, 6 нот влезает, либо мы можем дальше по первой струне продолжить до октавы, можем дойти. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Либо сыграть неполный фрагмент. И возвращаемся мы в форму ля.
в ту форму, с которой мы начинали, только играли в открытой позиции, теперь за 12-м ладом, на октаву выше. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Теперь построим ля минорную гамму также в пределах одной октавы в каждой аккордовой форме, но только двигаясь справа налево в каждой позиции. Начнем с формы соль, с той формы, где мы от шестой струны справа налево должны двигаться в октаву на третьей струне. Также называю только номера ступеней. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Дальше мы в форме ми двигаемся с четвертой струны справа налево в первую. Опять же, учитываем сдвиги при переходе с третьей на вторую струну. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. В форме ре у нас небольшой фрагмент из четырех нот получается. Первая, вторая, третья, четвертая, третья, вторая, первая. Форма до. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Форма ля. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. И приходим мы в форму соль, ту форму, с которой мы начинали, только на октаву выше. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Попробуем объединить движение от тоники слева направо с движением справа налево в каждой аккордовой форме и расширив тем самым наш частотный диапазон до двух октав. В открытой позиции с пятой открытой на третью мы приходим, и потом с третьей на первую. Поехали. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Это форма ля. Дальше с шестой на третью и с третьей на первую в форме соль мы двигаемся сначала справа налево, затем слева направо. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Форма ми. С шестой идем сначала на четвертую слева направо, потом справа налево, с четвертой на первую. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. С четвертой на вторую мы идем, и со второй у нас движение идет справа налево. Здесь фрагментика из четырех нот фактически. Но мы можем также от этой ноты, ноты в этой форме идти в обратную сторону. Поехали. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, вторая, третья, четвертая, третья, вторая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. Форма до. С пятой мы идем на вторую, со второй мы можем, в принципе, до этой октавы дойти. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. В форме ля, опять же, мы дошли до октавной позиции, той формы, с которой мы начинали. Идем с пятой по третью, с третьей мы идем до вот этой октавы. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. В завершении этой темы разберем аппликатуры натуральной минорной гаммы по три ноты на струне. Для этого возьмем аккордовую форму ми с тоникой на шестой, четвертой струне, форму ре с тоникой на четвертой и второй. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, вторая, третья, четвертая. Обратно. Четвертая, третья, вторая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. И форму аккордую с тоникой на пятой, третьей струне и с третьей на первой.
Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. И обратно. Первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Можно также в открытой позиции сыграть по три ноты на струне в ля миноре. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая. И обратно. Первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. В данном видео мы детально разобрали структуру натуральной минорной гаммы. Я советую вам как следует запомнить эти аппликатуры и расположение ступеней в них относительно тоники ля. После этого постарайтесь поиграть натуральную минорную гамму от других тоник. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Владимир Семенов. Всем пока.